Все выходные люберчанки принимали подарки к 8 марта. С Международным женским днем дам поздравляли по-разному. Музыканты посвящали им песни, танцоры, целое шоу. А представители движения «Парк Ран» провели в Наташинском парке особенный забег. Галстук прекрасно сочетается с лосинами. И это не новая модная тенденция. Креатива в свою спортивную форму активисты движения «Парк Ран» добавили, чтобы поздравить прекрасную половину физкультсообщества с 8 марта. Мужчины придумали такой, так скажем, общий дресс-код, одеть рубашки с беговыми штанами и кроссовками. Вот. То есть, ну, сделать приятно девушкам, потому что, ну, девушки любят, когда мужчины одеты соответствующе. Сами дамы тоже предпочли одеться по случаю. На старт вышли нарядные, с прическами и макияжем. Запутаться в подолах юбок по пути к финишу не боялись. Мы с девочками решили надеть юбочки, кто-то одел веночки, да, мы такими девочками-девочками сегодня решили быть. Мы и по льду бегали, и по грязи бегали, поэтому в юбочках ничего страшного, они совсем нам мешать не будут. Эта пестрая команда бегунов пробежала по Наташинскому парку 5 километров. Кстати, девушки и правда прекрасно справились с дистанцией. Вместо медалей на финише их ждали букеты тюльпанов. Движение «Парк Ран» проводит забеги еженедельно. Каждую субботу ровно в 9 утра на старт выходит около сотни люберчан. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.